Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 571. События дня. 1 Коринфянам 9, 22, как эпиграф. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. За 6 июля 2017 года. Мир всем! Здравствуйте, дорогой Игнатий Тихонович. Я уже не думала, что у вас из деревни будут выходить ролики, и поэтому раз настраивалась уже только на крещение. Желание приехать к нам в Потеряевку, к вам, было очень сильным, но, в свою очередь, искушения были сильными. Время показало, что приехать не смогу, с работы не отпускают. У нас там по всей школе идет ремонт. А так как я работаю за двоих, то мне и больше всех достается. Приходится выполнять штукатурно-малярная работа, а потом за собой все убирать и мыть. К 1 августа мы должны закончить ремонт, будет принимать комиссия. Но у меня еще и другая, более важная причина, которая меня связывает весь этот год. Это женские дни, которые идут нестабильно, и я думаю, это с возрастом связано. И поэтому я решила принимать крещение в Москве. Вышел на связь с игуменом Кириллом Сахаровым. Это на Берсеневке, метров 250 от храма Христа Спасителя. Но он мне сразу не благословил приехать, а сначала узнать, как обстоят дела в моем регионе. А уж если не получится, тогда приехать к ним. Здесь, недалеко от моего дома, есть храм, а в нем баптистерий, который построили сравнительно недавно. Сходила в лавку и узнала, что треба за крещение стоит 1500 рублей. Туда входит и оплата за крещение 1000 рублей, 40 уст 200 рублей, свечи, свидетельство о крещении, крестик, гайтан, то есть веревочка, на которой крестик, полотенце, не помню, или входит сыну, или самим приносить из дому. Да еще, кроме 1500 рублей, нужно еще заплатить за воду 300 рублей, так как она идет у них по счетчику. Но мне сказала женщина, которая работает в лавке в самом храме, что иногда люди платят 1500 рублей, а 300 рублей платить не хотят. И поэтому их крестят неполным погружением. Парадокс. О, если бы люди знали, что значит эти 300 рублей, которые мне хочется заплатить. И тогда я подумала, вот если бы священники крестили бесплатно, то уж за воду, которая у них бежит в баптистерии по счетчику, мне было бы не жалко и 2000 рублей отдать. Только было бы все законно и по канонам. Но, увы. Конечно, когда я в лавке невольно показала свои знания о крещении, то, видно, этим обратила на себя особое внимание и поняла это, когда пришла в этот храм на службу, чтобы после нее поговорить со священником. В свидетели нашего разговора пригласила одну сестру, мою знакомую, которая крестила 27 лет, и было мочение лба. В конце службы батюшка говорил проповедь о том, что он насильно не причащает младенцев, которые бьются и упираются. А потом вдруг заговорил о крещении. Я сначала обрадовалась, а потом поняла, что он говорил специально для нас. Ведь ему уже донесли о моем разговоре в лавке. Со своей сестрой по вере я подошла к кресту и прямо спросила священника, сможет ли он крестить полным погружением, если крещение было, но только помазание и мочение лба. А он сказал, вижу, что вы люди начитанные, и поэтому езжайте к владыке. Если он разрешит, то буду крестить полным погружением. Я что-то добавил в ответ, а он свое, езжайте к владыке. Через неделю, в воскресенье, я поехала на службу в собор, где сейчас служит владыка митрополит Анастасий. А раньше мне сказали, что к нему на личный прием не попадешь, а надо ловить его в храме, что я и сделала. Народу в тот день было очень много, так как в собор привезли икону с частицей мощей святой Матроны Московской. После службы владыка стал говорить проповедь.
но по Евангелию всего несколько слов. А я стояла прямо перед ним и молилась Богу, чтобы он помог мне задать вопрос и получить ответ. А владыка Анастасий стал говорить про мощи, что вот много народу к ним собралось, а как мощи увезут, так народы и не будет. Проповедь мне не понравилась, и я увидела знамение, что владыка будет противиться, а именно увидела, что из алтаря вышли дьякон и алтарник с кувшином, а перед владыкою стали поливать из этого кувшина на пол, на котором перед этим лежал плат для причащения. Плат убрали, полили водой и вытерли пол этим красным платом. Потом ушли, а владыка стал говорить проповедь. Когда положили плат на пол, я не видела, а только когда к нему подходили двое из алтаря, меня это очень поразило и опечалило. Я думала, что поливали святой водой, чтобы убрать платом святые дары. Такое я уже видела, было два раза в нашем старом сгоревшем храме, то есть, когда причащал бывший настоятель. Не знаю, каким образом, но на полу оказывались святые дары. А я шла в очереди как раз к причащению, то также выходили из алтаря, вытирали красным платом, который используют для причащения, и далее продолжали причащать остальных, как ни в чем не бывало. Кстати, думаю, что по этой причине потом и сгорел этот деревянный храм, на месте которого построили новый, каменный. А когда я подходила ко кресту, то и спросила владыку о крещении, где пояснила, что было мочение лба. На что он ответил: «Это второе крещение. Оно было, это есть кощунство крестить второй раз». Тогда я сказала, что не нужно делать помазание, так как оно было, а всего только сделать полное погружение. А он сказал: «Сами виноваты, что не крестились раньше». А я опять говорю: «Но почему мочение лба, а не погружение?» А он говорит: «Было советское время». Мне хотелось обличить его. Но я ведь в храме не имею права, остается только молиться за всех священников и митрополитов, которых я знаю, с кем была знакома. Поминаю 9 митрополитов о здравии и многих о упокоении, которые уже упокоились. Вышла из храма и плакала душа моя, как плачут о покойнике. Скорбит душа моя, что нет в нашем городе исповедников и миссионеров. Вот такие дела у нас, Игнатий Тихонович. Молюсь за вас и прошу ваших молитв, чтобы Господь сподобил нас принять крещение полным погружением. Сын у меня уезжает в Москву почти на 2 недели. Не смогу прочитать ваш ответ, так как его почта. А когда вернется? До свидания, Екатерина Голубева. Отвечаю: «Не губи свою душу, Екатерина, не плати ни рубля, ни за таинство, не участвуй в смертельном и почти всегда непрощаемом грехе свимании. Беги от этих служителей мамоны. Они прокляты перед Богом и достойны участи Симона Волхва». Митрополит и все его ответы не от Бога, не по Святой Библии, и страха Божия они не ведают, и человека угодничают опять же на погибель своих бессмертных душ. И вот что, если заводы не платят, а не полным погружением, то явно дело, что враги захватили власть, пираты захватили корабль. Беги от них! А вот отец Кирилл Сахаров ответил точно: сначала нужно искать, искать по всему городу, по всей области. И потом надо писать об этом патриарху, который сам может быть моченый, некрещенный. Православие кончается, правильно говорил Феофан Затворник. Поколение 2, и православие кончится. Какое же это православие-то? Это не православие. Это доходное место безбожников, которые захватили власть. Ну а какой выход? Ну какой выход? Вот мы нашли этот выход. А вот вы сами смотрите, искать хороших, ну, богобоязненных священников, хороших, хотя бы в этом, чтобы за это не брали. И вот берут за все. За все. За вздох, за выход, за все. А рассказывают, как отпевают. Цыганского барона хоронят. Вот как петь.
С хором или без хора? Цена разная. Далее, священник провожает, цена разная, выйдет нам или встречает, цена разная, и увеличивается в разы. То есть о Боге даже речи нет никакой, совершенно. Но ясно дело, что это потерянные все люди. Стоит один раз таким прийти на собрание к сектантам, баптистам, все, он не уйдет, он увидит, что он идолопоклонник. Мощи привезли, Матрона, додумала ли Матрона, что ее пластать будут, крошить? На мясорубке или как там пропускают, как они режут-то? Частица. Идолопоклонники. Трупопоклонники. Тут ничего нету. Ничего святого. Мученики. Мучеников храмы, тела получали. Тела. Не частицы тел. Седьмой Вселенский собор, там седьмое правило. Все выдумка. Дамаскин сказал. Да не говорил он этого совсем. Что без этого храм не открыть. Храм Божий, вы храм Божий. На небе храма не будет. Сам Господь есть храм. Тело ваше и тело Господа есть храм. Разрушьте, я созижу 3 дня. Ужасное состояние, пишешь ты, Екатерина. И работа у тебя такая. Ни копейки не платите. Вот что интересно. Нам нужно все-таки заниматься с детьми, нужны продукты, нужны деньги, тут на ремонт. Не просишь, присылают люди. Вот только в этом году, я ничего не скрываю, говорю, но насколько помогли, ну, я даже не знаю, но не меньше, чем на 60 тысяч. Не меньше, потому что покупали кухонное оборудование, морозилки, морозильные камеры, и люди сами присылали. Даже никогда с ними не виделся. Из Испании, из Италии, было из Америки. Тут мусульманин один переводит на счет, готовится к крещению. Вот как. Ни одного не просили ни рубля никогда, не говоря, чтобы за это таинство брать. У нас, если за что-то священник возьмет хотя бы рубль, сразу его извергнем. Так в уставе написано. Нигде нету. А что десятина, святая божественная десятина, все восполняет. А это вот так. Ничего не просишь, все дают. И у нас все есть. Но события дня вчера. Приезжают с Горного Алтая, приехали Зоновы. Сидим за столом, только сели. Богослужение вечернее было, почти 2 часа служба. Вернулись. Телефон звонит, а кричат, телефон, дети, а я не слышу в кармане, ну не слышу. Отклонюсь, когда оно, если это к телу вплотную, тогда я слышу дрожание вибратора. Ну, оказывается, приехали с Кемеровской области, Богушевич. Что-то не нашел, когда мы с ним разговаривали, не найду никак. Приехала с женой, с 2 маленькими ребятишками, и жена беременная. Ну, говорит, отобедали, мы им дали отдельный домик, уж он там довольный, довольный. И думали, в шатре, это, в шалаше где-то будут ночевать, как у нас. А Зоновы палатку поставили. Да нет, мы уж на свежем воздухе. Ну, вот так. Это событие. И так, как событие большое у меня по голубям. Этот ураган-то был, и у меня сдвинулось вверху конструкция. И вчера срочно пришлось оттуда перегружать пшеницу, вести, ну там центера 2 было, она тяга все-таки наклон дала башня, немножко заметно. Ну и голубей перевозить. 31 голубя отсюда перетащили на вторую голубятню. Ну, а у кого что там были яйца, это 18 примерно птенцов было, это пропало, кошкам, собакам отдал. По-другому никак нельзя. Привел мастера, малыш Роман, он посмотрел. Я говорю, закрепить бы мне, чтобы она больше не отклонялась, где она стоит. На высоте 9 метров 60 сантиметров крыши. То есть это высокая, выше телеграфного столба. Это все события одного дня. Работали, я веники вязал и дарил. Веники березовые. Ребятишки тут закончили. Шкурить больше ничего нет. Качались. Много времени тут. Вчера день такой был. Ну, а сегодня Иоанна Крестителя, день рождения. Ивана Купала, как называют в народе. Вот были. Батюшка пасет овечек, и мне прозвонил про свой сон, как его арестовали, и там
где-то в тюрьме, знакомая моя. Я говорю, а вы не знаете Игнатия Тихоновича? Он говорит, да знаю, это мой старший брат. Ой, я так много через него получила. Она говорит, это охранница какая-то. Что этот сон? Ну что я? Повторяется при том. Уже был, говорит, я его видел, опять повторился. Да много вижу, что повторяется. Я вижу, что меня арестованно везут на пароходе, там на корабле по Енисею или где-то на север. Так или не так? Бог его знает. День наполненный. Прекрасный. Вчера у нас был вылет ласточат, как заходишь в прихожей здесь, вот, в сенях как. И вчера, как они вылетали, и все это заснял Володя. И они никуда далеко не улетели. Тут же рядом дом, и они, ой, дети идут, несут воду. В окно смотрю, за водой выстроились все. О, длинная очередь. Новые люди приезжают. Сегодня у нас пятница, значит, костер будет, должен быть, если погода позволит. Вот такое, такие события дня. Ну и хотя бы один вопрос из того, что есть. Это у нас показать ресурсы сначала. Это мой мир, вот. Я очень люблю эту систему, мой мир, Mail.ru. Легко сообщаться в ней. Вот что-то сегодняшнее толкование блаженного Феофилакта уже дает завтрак и вопросы. Вот. Ну и наш форум. Форум большой, 1600 тем. Вот вчера почему-то больше народу, 400 человек с чем-то пришло. А я там и захожу только так, смотрю, ничего нет, споров нету. Да в течение года, оказывается, не было. Я проверил, и приходят люди, находят утешение. Здесь полные абсолютно ответы. Полные. Какие только возможно дать. И по святым отцам. И все, что на это говорено было, кто выступал. Ну, все, абсолютно все. Если вопрос задали про какого-то деятеля, то о нем все буквально. И фотографии, и выступления, и аудиозаписи. Вот так. Это вот православный форум. Вот он как выглядит. Здесь новое сообщение. Вот показываю, где на их нажать, и на первой странице будешь. А дальше общий поиск. Зарядить только стоит. Ну и православный видеоканал «Открытым оком». Вот сейчас только поставил. 19 просмотров. Вот 16. Вот завтрак и вопросы 22. Ну, немного посещаемость. А вот вчера, которые стояли, тут больше уже за день набралось. Вот, собрание на улице после выхода 653 просмотра за один день. Ну, для нас эта цифра постоянная как раз. Это люди, которые приезжают сейчас на крещение. Это почти все пришли через интернет. Познакомились, нашли они. И вот так Бог свел нас. Ну и наш православный библейский сайт, на котором вопросы и ответы. Я даю ответы, вот оно где. И здесь есть тема такая, вот, внутренний мир человека. Внутренний мир человека, ну, хотя бы один вопрос, наверное, мы можем. Вопрос мне задают. Вопрос 3368, 20-й том, «Открытым оком». Я не раз думала, что если была бы богата или за богатого замуж вышла, я бы сильно помогала деньгами вашей деревне и вам в издании книг. Может, начать о том молиться? Ответ. Мне не дано знать, чем бы окончилось такое обогащение, и потому лучше пусть будет так все, как есть. Кавычки открыты. Некоторый скифский пресвитер по имени Даниил был однажды принят с особенной любовью странолюбивым каменотесом Евлогием. Движимый чувством благодарности, Даниил усердно молил Бога о приумножении богатства этого мужа, полагая, что он в состоянии будет еще более сделаться благотворительным. Но Господь, лучше нас, постигающий сердце человека, в сонном видении ответствовал Даниилу, что довольна Евлогией того, что он имеет.
Ответ этот не успокоил, однако же, пресвитера. В чувстве святого дерзновения он усилил свою молитву о том же предмете, и милосердный Господь снизошел к теплому милосердию своего пристного, требуя только, чтобы Даниил поручился за каменотеса, что тот не злоупотребит испрашиваемым богатством. Порука дана, и в логе разбогател. В каменоломне во время работы он нашел множество золота. Что же потом? Мирная обитель, в которой жил страннолюбивый муж, показалась тесной для богача. Он возмечтал о величии, переехал в столицу, получил посредством денег достоинство патриция, построил великолепные палаты и заключился в них со своими новыми друзьями, ласкателями и охотниками до чужих вкусных угощений. Для бедных же и странных дом богача сделался недоступным. Прежние любимцы сельского жителя в понятиях богатого столичного жителя были тунеядцы. Люди праздно шатающиеся, которых было велено прислуге отгонять от дому. С горечью услышал об этой перемене Даниил и через 2 года пошел в столицу, чтобы усовестить евлогию. И вот однажды, увидев патриция, выходящим из своих палат с особенной миной величия и гордости, воскликнул: «Умилосердись надо мною, мне нужно сказать тебе нечто». Но гордый вельможа вместо ответа приказал своим слугам бить навязчивого и беспокойного нищего. С терпением перенес это унищежение благодушный старец, не теряя надежды поговорить когда-либо с ним и возвратить к прежнему святому образу жизни, но, не видя возможности достигнуть своей цели после бесплодного стояния у ворот в продолжении 4 недель, Даниил скорбно возвратился в дом свой. Здесь однажды увидел он себя во сне в Иерусалиме при гробе Господнем. Иисус Христос, сидя на гробе, упрекал его за опрометчивое поручительство и вместе с тем повелел предстоящим перед ним связать его и бить. Истязатели, совершая казнь над старцем, приговаривали: «Не начинай дело выше меры твоей, не спорь с Богом!» Наконец, по ходатайству явившейся Пречистой Девы Богородицы, наказание было остановлено, и Господь, обратившись к Даниилу, сказал: «Иди в келью твою, а я приведу Евлогия в прежнее его состояние». По прошествии 3 месяцев император Иустин, возвысивший Евлогия, умирает. Преемник его поднял гонение на всех приближенных к умершему. Жертвой этого гонения сделался и патриций Евлогий, который лишен был достоинства и богатства. Обнищавший и обесславленный, он опознал над собой перст Божий, раскаялся в грехах своих и, обратившись к прежнему промыслу каменотеса, по-прежнему сделался страннолюбивым и милостивым к бедным. Это взято из скифского Патерика. Притча Соломона 23.4. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои». Господь говорит об этом. 1 Тимофея 6.9. «А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Стихотворение. «Увидел Бог, что сотворил с утра, что к вечеру солидно получилось, и похвалил себя, труды его не зря, все хорошо и очень с цехом слилось. Так и пошло день первый, день второй, был вечер почему-то, а не утро. Летели птицы, рыбы, и все за роем рой, как по нечаянности рассыпанная пудра. И до 7-го дня прибыток так велик, с приказом размножаться и плодиться, пока отобразил, одобрил свой он лик водами голом, без смоковных листьев. И это хорошо, в нас не прошло, оцениваем труд мы свой на расстоянии. Когда душа поет, все в жизни хорошо, и к новому труду все 10 пальцев тянем. Ребенка первые несмелые шаги уверенность и радость порождают. Плохое лучше тотчас и сожги, дабы не подчивать приспешников рожками.
Учите деток Богу предстоять, окупится старичный этот труд, ведь труд любой впоследствии двояк, смотря куда и что им подопрут. Но знание Бога, Библии в смирении, так хорошо возводят к небесам, куда ни поверни, везде к добру применим, плоды хорошего не сможем описать. Увидит Бог и ангелам дивиться, рукоплескать победам над врагом. Когда о Годунове был труд уже дописан, сам Пушкин похвалил себя при том. Он ахнул: «Ай да Пушкин, ай да молодец!» В ладони хлопнул и потер с улыбкой. Нам иногда неплохо бы присесть и рассмотреть свой труд после молитвы. 19 декабря 2006 года. Вот так. Господь милостивый, ну, позволил нам прочитать это. Богу слава во веки. Аминь.